hafta. Burada da kreasyonu. Я его. Это, говорю, 40 баксов, как комплект формы. Ты, кстати, не хочешь комплект формы купить? У нас там сейчас опять появилась возможность. Очень сильно. Красные херенюшки. Красные херенюшки. Ловушки. Вон как ярко. Фу, ярко. Ну ты сам свою башку сунул в кадр, зачем? Что это такое? Пульт дистанционного управления. Это мой калаш стоит. Чтобы встретиться скорее. Ну, будет музыкальное сопровождение в видео. Нам пришлось с тобою. Чтобы звезды в нем сверкали. И глаза искрили. Чтобы карлики плясали. А штаны забылись. Китайцы все равно не поймут ничего. Ничего не понимаю. Скажи по-китайски, что мне. Японский. Что это за теперь суд, наверное, на тебя подадут за оскорбление. Что это адаптер какой-то? Кнопочки. Управление. С инфракрасным диодом. Снять только ГС на видео, чтобы они. Чтобы у них жалость еще появилась. Пробудить. Пультик такой хлипенький. Конечно. Так, сейчас что делать? Снимать? Ничего. Надо, чтобы она была. Ну, походу, лордом какой-то. Блин, только из-за этой пупырки. Матрюха. Ты пупырки снимаешь, да? Как ты хочешь. Овсянка, сэр. Это китайцы поймут. Где ты еще? Маленькая, блин. Так, ну не защит на пленку. Ой, я у тебя эту коробку заберу. Там не забудешь. Да? Ну ладно. Зачем? Мне зачем? Да. В армии мне удобно документы носить, чтобы рюкзаки не мялись. Мне, правда, папка нужна такого формата, но это тоже все сойдет. Ладно. Не, если она тебе не нужна, то заберу. Если нужна, то не заберу. Тогда Дима заберет, скорее всего. Начнет тебя вначале долго расспрашивать про. А зачем тебе, Андрюха, такая коробка нужна?
Жека разрешил забирать? Не, ну это же ватман, его же надо использовать для ватманских каких-то. Не, а что, тебе нужна, да, такая бумага? Не, Андрюха, а что ты забираешь? Серьезно, себе, да? А Жека знает? Так, как? Продолжать съемку, не? Пока, да. Сейчас я, если его запустить еще, я же его хрен запущу. Надо питание. Смотри, чтобы оно сильно длинное не было, оперативное. То я сейчас начну твое лицо снимать. Пока только руками ограничиваюсь. Или свое хозяйство причем. Я иду тебе навстречу росными лугами. Что смешно было потом смотреть китайцам, думать, что... Что-нибудь неприличное. Ну, ты не знаешь. В принципе, ты слышишь, так через нее же свет должен проходить. Ну, он же ни хера не проходит. А, сама матрица, она внутри-то. Ну, вот он. Там внутри еще светодиоды. Пресс. Продолжать съемку, не? Или останавливать? Стоп, снимай, как ты ломаешь пульт. Там какая-то пружина. Да ладно, это уже. Все, вырубай.